Всем привет. Оля, он живой. Его спасли. Спасла Тува. Наверное, это лесной, не знаю, дух. Фея. Кто это вообще такая? Это Тува. Она показала нам путь. Нам туда, где были какие-то там горы. Что там? Еще зарядила камень своим волшебным светом. Теперь он ярче светится. И мы еще такие чистенькие. Помыла нас. А были очень грязные. А там кто? Привет. Не-не-не-не-не-не. Я просто мимо пройду и все. Не трогай меня. Если подумать, у нас есть два друга. Это великан без ног, такой странный, и жаба. Король жаб. А вот этот, это фея или Тува, которая светится во тьме, она нам, я думаю, не друг. Потому что... Когда... Встречаем кого-нибудь, нам говорят, что он хочет найти друзей, или у них доброе сердце. А с ней ничего такого не было. Она просто спасла его, дала обратно заряжен камень и до свидания. Вот так вот. И показала путь через вот этих всех. Шипами. Значит, она нам не друг, она просто помогла. И у нее есть какой-то собственные цели, наверное. Зачем она отправила его сюда? А Лилимор... Я думаю, уже мертва. Потому что Оле кажется, что она как-то помогает ему куда-то там пойти. Он чувствует ее. Но это бывает тогда, когда человек умирает, и его дух ему помогает просто. Так что это мое, конечно, личное мнение, но Лилимор уже нет. А может есть. Да, нам туда. А ты как здесь появляешься? Он опять впереди нас. У него что, телепорт в жопе есть? Невероятно. Если он такой крутой, он мог бы нас на руках отнести, куда нам нужно. И Оле было попроще все. Итак, значит, нам нужно прятаться, да? Эта трава нам уже знакома с троллем. О, какой ты яркий! Thank you.
вот мне спалил цветок. Следует. У него тоже яркий свет, но он боится моего света, наверное. Или нет? У него есть эти маленькие цветочки, но они умирают, когда я вот так яркость делаю. Странное растение. Once a peaceful kingdom with a great king. Now, his image embodied the darkness that had drowned the world in bramble. А, вот почему эта фея нас отправила туда с камнем. Наверное, камень что-то уничтожит, и все эти будут уничтожены, да? Эти растения такие неприятные. Ой, беги. Беги, беги. Серьезный вид у него был. Леймос would always look after his only friend. Но все равно, как он здесь оказался? Как? Великан, который не может ходить вообще. Руки, тело, все. Ну и голова, конечно, такая. Странное существо. Мистика. Да, здесь кто-то живет. И он уже ушел, как мы поняли. Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. А, середина — этот знак мы знаем. Скрипачом он был. Это вода. Значит, все утонули, и их забрал рогатый. Конечно, он их съел. Нет. Вот он, да? Что это? Что это? Нефер... Фенел... Понятно. Это какой-нибудь страж, чтобы...
никто не шел туда. Да, это может быть. Но он ушел. Не пускает никого. Да? И мост забрал или уничтожил, чтобы никто не привел детей, да? Да, так и есть. Опа. Опа. Мне, наверное, сюда, да? Это растение все время нас спасает. Я вот подумал, здесь внизу большой мир и маленький. Там большие грибы, камни, дерево. И рядом есть вот такой маленький мир. Кто-то сделал такой маленький мостик. Странно все это. А где живет Жили, скорее всего, Оля или Лемор? Там даже кролик был маленький. Крошечный вообще. Там все было маленькое. Шишки, шишки. Забавные существа, которые напали на великана, я спас его. Опа. 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 Не люблю я этих. О, стоит. Кто там? Нападет? Нет? Вроде нет. Но он живой и привязан. Кто его так? Или о, зараза. Плохо очень выглядит, очень плохо. Неприятный такой. Нет, не реагирует вообще. Да, два белых точек. Значит, нам сюда. О, как красиво, да, украшения, гвоздики, ложечки, вилки. Все такое милое, конечно. Как раз для детей. Темнеет, совсем темно. Ну давай. О, удалось. А вы кто? Глазастые. Как много. Это дети? Я слышу их голоса. Это их души, что ли? Да их просто очень, очень много. Кто-то их убивает. Но это совсем не сказка. Это ужастик уже. Но
нам туда, но сначала мы пойдем, конечно, сюда, на домик. О, не люблю вот этих мосты. Это мой враг. Они тонут все время. О, чуть-чуть не утонул. О-о-о. Ну, давай направо, наверное. Нет, здесь никого. Нет, никого, да. Нет. Не туда. О, слышу. Ребенок плачет. Ясно. Опа. Ничего не видно. Что? Реагирует. Он далеко, этот цветок. Нам как-то сюда, да? А может разбег? Так вот, ёба! О! Неплохо. И вроде бы никого, да? И дверь упала. Нет, здесь пусто. Еще здесь какой-то сюжет. Осторожно. Это самое страшное, эти прыжки. О, сразу. А, похож на пугало, да? В начале. Значит, он на нас нападет. Здорово. Просто супер. Еще один. Злой. А мой свет, он что, невидимый? Никто не увидит? Нет. Платье. А, дверь. Как-то... Никого нет. А здесь тоже ничего. О, как много точек. Очень много белых точек. Я, конечно, сюда, да? Оля смотрит на знак. Знак, что за знак? Это что? Сразу
вспоминаю этого огра, который сказал ням-ням, когда поймал нас. Был забавный момент, что он говорит вообще. Добавить в смесь. Что? Какой же смесь? Я что, варить буду? Не знаю. Зачем мне утка? Что я с ней буду делать? Для детей. Поставь еще крестик. Давай возьму. На двери тоже крестик. И нужен что-то кругленькое. Кругленькое. Квадратики один круг. Или три круга. Давай возьмем это. Похоже, да? Посмотрим, что будет. Ну, поменялось. Теперь три круга и ромб. Это здесь. Там был квадратик. Здесь крючок, значит, еще здесь не был я. Да, ромбик. А я думал, он будет пить это, чтобы пройти через дверь. Нет, он умнее. Я так не додумался, что надо все на пол или на огонь. Ну, это ведьма, да? Я как понимаю. Тьфу, не пугай так. Сказка. Ну. Не так перевели, да? Неважно. No longer human, brittle and alone. A god is reborn, seated on a throne. Это не сказка, это зло. Книга проклятий. Значит, мы встретимся с ведьмой. А будем сражаться? У нас только камень. Она ведьма все-таки. Почувствовала, да? Взгляд почувствовала. Она знает.
что или кто-то наблюдает. И сразу побежала, да? Учуяла. Конечно, двери заперты. Не успели. А как мне... О, автоматическое окно. Такое тоже бывает. А, лестница. Неплохо. Нам нужны книги. Еще одна. Много книг, да? Да, еще. Долго очень все это. А здесь что? Ничего. Вот еще одна. Как ему сложно? Все хотят тебя съесть. Сестру потерял. Еще спасать нужно. The witch was ahead of him. Olle knew he had to hurry before she could complete the ritual. Ничего не вижу. If he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. But he did not know that someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Темные души? Это как? Это что, эти дети ему нужны темные? С темной душой? Слышу. Сейчас надо только не упасть, как всегда. Тропинка, она очень такая маленькая. Сначала посмотрим, что тут. Ой. Вроде бы так. Могила. Чей? Инля. Микаэл. Эленор. Адриан. Дэвид. Фредрик Пантелис. Сара. Это люди, что ли, здесь? Или кто это вообще? Да, теперь нам туда. Это точно. Опа. А дальше где? Я ничего не вижу. Но обратно уже нельзя. Ну, пробуем так тогда. Не утонул. Это мост, я вижу. Тропинка, она немного затоплена, но она работает. Нам туда, да? Опа! Вот. С боссом легче сражаться, думаю. Ну вот как? Я ничего не вижу. Вот ног. Вообще. О, боже мой. Туда, да? Это сложно. Ничего не вижу. Чуть... Как сложновато все это сделано.
еще один мостик. Там... Что? Не могу камеру повернуть. Это же тот, или это другой какой-то. Чувак. Злобный. Не-не-не-не-не-не. Отвалите, ворон, блин. Что? Но как ты тут оказался вообще? А зачем мне так делать? Это преграда такая? Блин. Где? Слышу. Тьфу ты, ребенок. Слышу. Слева. Живое. Здесь. Где? Опять ребенок. Слышу, где? Вот. Опять ребенок. Страшный. Очень. Давай поскорее. Мне здесь не нравится совсем. Хитрая ведьма. Она поставила специально этого, чтобы я не прошел. Упс. Осторожно. Думаю, мы не успеем. Никак. Она знает, что я за ней. Да, конечно, знак. Хитрая. Уф, какая хитрая дамочка. И мне не пройти, да? Никак. И как тогда? Что делать? Что мне делать? Вижу.
это сюда. Нужно увидеть, где край. Я нормально не вижу, как надо, чтобы не упасть. Вроде бы так. Ох, не утонул. Это хорошо. А? Теперь что, обратно? Чуть-чуть. Я боюсь, я просто... О, лестница. Давай идем. Что здесь? Ничего. Нет, здесь ничего нет. Сюда, конечно, да. Я ничего не вижу. А, все хорошо. Темнота просто уж. О, не-не-не-не-не-не. Давай, 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 беги, 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 беги. Даже вспотел. Не ожидал, что меня будет догонять это что-то непонятное. А мне куда вообще теперь? Да? Я слышал. Я точно слышал. Что мне делать? Куда? Куда мне? Давай сюда. Кто-то меня хочет поймать, да? Немного не понимаю, так как это все работает, что это, что мне делать? Ну давай. Успел. О, успел, успел, успел. Оля, ты молодец. Ну и
давай еще один. Давай, 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 давай. Сможешь? Где мне? Просто туда, что ли? Опять эти черные. Черт. Отвалите от меня. Да, вы знаю, вы бедные, вы попали. Я не вижу, куда идти. Боже мой. Отстаньте от меня. Это она? Или это другая? Она не нападет на меня? Нет? Это она? Или не она? Не понимаю. Я не понимаю, что происходит. Я не успел. Я не успел. Я не успел. Дерьмо. Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Да, так и есть. Эти темные души, это дети. Ой-ой-ой. Что теперь? Куда мне? Я правильно иду вообще? Там свет. Этот свет я заметил уже давно. Он был здесь. Но я не думал, что я иду именно к нему, этому свету. Интересно, кто там? Это живой кто-то. Он ждет меня. There was a light in the darkness. Guilt and sorrow weighed him down, but the warm glow felt comforting. Может, это он там жил и не пускал матерей с детьми. Ну и... Follow the light.
Tuva had said. And he trusted her. Тува? Опять Тува? Это что такое? Я не понимаю. Там был лесной дух. Тува. И этот с фонарем тоже Тува? Ну ладно. Все запутанно, да? Там что-то есть. Ну хорошо, на этом тогда остановимся. Немного грустно, но ничего. Надеюсь, в конце концов все будет хорошо. Всем спасибо и пока.